Привет всем. Ну что, наконец-то пришел мой Minilab 600 Equinox. Сегодня суббота, 7 августа. И сегодня должен прийти мой аппаратик. Но у меня начался отпуск. И так получилось, что я его не смогу забрать, а заберет моя мама. Я уже ей сказал. Но мы сейчас с семьей находимся в одном месте, далеко от Барселоны. И скажу сразу, это жена сняла такой домик за Барселоной с друзьями. И мы сейчас здесь, далеко от моря. Я сейчас хочу сделать пробежку. Вот, вот здесь мы находимся. Кальба Русска. Бенвенидо. Вот такой частный домик здесь. Это въезд в этот дом. Только один дом, частный домик здесь только один находится. Нету больше ничего. И кругом здесь поля. Лес, поле. Вот это здесь такая площадочка детская, где можно играть. Можно играть в футбол здесь, волейбол сделали. Ну, жена захотела, и на недельку мы приехали. Поэтому аппаратик мой пришел, но я пока с ним не могу пользоваться. Ладно, я сделаю пробежку, а потом после отдыха здесь я уже приеду в Барселону и начну показывать свои находочки интересные. Ну а пока мы будем отдыхать, наслаждаться природой, видом. И кому интересно, смотрите нас. Все-таки остановился. Не мог не поделиться. Смотрите, что я обнаружил. Я нашел здесь. Так. Здесь, может, какие-то следы. Смотрите, там, в этом месте, кто-то спал. Однозначно, кто-то ночевал ночью. Какой-то зверек. Видите, как все сделано. И вот здесь тоже может быть. Интересно. Потому что этот лес, здесь почти нету людей. Один домик может на 5 километров. Поэтому здесь должно быть много зверьков. Я пока никого не видел, но вот это я увидел, что может быть кабаны. Видите, такое место. Кто-то лежал, вот. 100%. Кто-то там был. Может, ночевал, ночью спал. А может, где-то сейчас поблизости. Вот, это кабан. Вот, след пошел и туда, и пошел, пошел, пошел. Или точно, наверное, не один кабан. Вот, это они роются. Точно, 100%. Они еду ищут. Точно. Вот там вырыто. Это дикий кабан. Это дикий кабаны, да, точно. Вот они ищут. Перерыли здесь все. Дикий кабан. Но диким кабаном меня уже не удивишь. У нас дикие кабаны по Барселоне бегают стаями. Ладно, не будем тратить время. Бежим дальше. Какая-то табличка. Что здесь еще? Я слышу, трактора где-то работают. А если вам видно, вон там вдалеке, видите? Мельницы сделали, которые гоняют электроэнергию. Вот они полностью. Вон там, там, там. Видно сейчас приближение? Хочу приблизить, все, не могу больше. Видно, да? Но почему-то там, где мы остановились, при въезде... При въезде в наш чалет, там где мы живем,
там нарисованы вот эти мельницы, и они перечеркнуты. Значит, они какой-то вред приносят. Я потом спрошу и у хозяев, в чем причина, почему им не нравится. И потом тоже вам скажу. Ладненько, бежим дальше. Включаем музыку. Видите, какие поля. И все зерно. С одной стороны, с другой стороны. Там он, видите, трактор работает. Ладно, бежим дальше. Ну, так как я и предполагал, бежать будет назад сложнее. Видите, какой склон? Кстати, только что видел зайца. Достаточно крупный. Ничем не отличается, как в Украине. Жирный. В Барселоне есть зайчики. Но они мелкие. А здесь красавчик был. Я не успел сфотографировать, так слушая музыку. Бегу дальше, но тяжело. Наконец-то я добежал до дома. Немножко вспотел, видно, да? Фу, тяжело. Фу. Но приятно. Приятная такая тяжесть. Я в Барселоне бегаю, но в последнее время не было возможности из-за работы. Фух, в последнее время надо было доделать объекты, потому что уже отпуск. И я не бегал, не занимался спортом. И сейчас я это чувствую. Когда ты перестаешь заниматься, ты уходишь назад, не стоишь на месте. Ну ничего, завтра обязательно вернусь этой же самой дорожкой. Может даже пораньше, если проснусь. Уж нравится мне поспать с утра. Но с утра будет интересней. И зверько можно увидеть. Ну а сейчас добро пожаловать. Я покажу наш очаг, наш дом, где мы сейчас живем. Я еще хочу сейчас сходить на турнички. Я здесь увидел, есть турнички. Странно, в Барселоне только в спортивных комплексах ставят турники, а так нигде не увидишь. Ну, в одном месте видел, брусья стояли, а вот турников не было. А здесь они вон там. Сейчас я туда и пойду. Так, вот я вам говорил, видите? Так, вот эти вертушки и электрические эти тарелки. Почему-то перечеркнутые. Ну ладно, потом спросим. Вот мы заходим. Вот, видите, какая красота. Вот здесь машины становятся. Когда приезжаете, вот там, это для трактора. Это хозяев. Хозяев всякие. Приспособления. Там деревья. Давайте я тут туда не буду спускаться, а сюда зайду. Вот здесь. Вот здесь. В тенечке. Можно отдыхать. Пикничок делать. Смотрите, что-то здесь рылось тоже. Тоже здесь, мне кажется, кабаны ходят. Хорошая такая местность здесь. Как здесь хорошо пахнет. А вот здесь? Вот здесь мы делаем шашлыки. Так, кто-то рылся здесь ночью. Или собака, или какая-то зверюшка. Вот здесь мы будем делать, жарить наше мясо. А может и рыбу, а может и фрукты. Все покажу. Все покажу, если поставите мне лайк. Если нет, то ничего не буду показывать. Значит, вам просто неинтересно. Итак, вот такая тишина здесь. Такая тишина, которой в Барселоне нету. Я вернусь сюда. Можно, в принципе, пойти той дорогой вниз. Но я хочу сейчас сходить на турничок. Мы живем там внизу.
А это огородики, там помидоры у хозяев растут. Есть куры, куры. Видите, какие поля. Здесь машины ставят. Здесь можете баскетбол поиграть. Мы вчера играли в баскетбол. И футбол. Но я иду позаниматься на турниках. Хочу немножко вытянуться. Опа. Вот наш турник. Сейчас я сделаю пару упражнений и пойду вам показывать дальше. Ну что, пойдемте, я покажу дальше. Так. Солнышко вышло. Сегодня хорошая погода, кстати. Сейчас надо идти в бассейн будет. Там у хозяев, который здесь, помидорчики, чеснок, цибулька. Ну вот мы, вот наш чалет. Здесь чалет на две семьи. Вот здесь мы кушаем вечером. А вот он сделан как. А чалет одинаковый для двух семей, разделенный пополам. Такой под старину, каменный. А вот там дача живут хозяева. Там у них куры, кролики. Вот здесь мы живем. Чистота, тишина, спокойствие. Так. Закрыто. Так, ну тут написано все, что нужно. Ага. Калментасион. Это аюнтамента. Так. Закрыто, ладно. А это фрукт, я забыл, как он называется. Тоже вкусный. Дерево. Видите, сколько здесь фруктов. Они еще не спелые. Должны поспеть. Большое дерево. Так, вот наш чалет. Вот в каком году он. Видите? 2005 год. Ну что, заходим? Заходим. Я закрою дверь. Сейчас здесь прохладненько. Вот. Как все сделано. Стены из камня. Некоторые стены поштукатурены и декоративная шпателька сделана. Как бы под старину. Лампочки экономные. Это наша кухонка. Давайте такой обзор сделаю. Его помещение здесь. Видите, это зала. Это вход. Батареи. Вот. Светильники подобраны так, как... Допустим, смотрите, светильники и ручки, да? Ручки. Все подобрано как надо. Вот ручки. Дверные от шкафчика. Зимой, конечно, здесь холодно, я думаю, так как все из камня, и камень холодный. Но благодаря батареям, я думаю, здесь прогревается хорошо. Здесь указано. Экономьте свет. Следите за порядком. Инструкцион. Контроль дали калефаксион. Инструкция батарей. Балки деревянные. Вот здесь камин. Зимой можно включать. Вот, загорелся свет. Столик. Ну, мы здесь почти не кушаем. Мы кушаем на улице нашими соседями, друзьями. А это жена мне оставила. Это я только что битнер выпил. А жена мне оставила
позавтракать. Сырок. Сырок, яичко. И хлебушек. Вот у нас такая здесь плита электрическая. Так, водичка закипела. Я ее выключаю. Да? Здесь, кстати, у них, так как они здесь одни живут, я так понял, у них канализация здесь как-то проведена не очень хорошо. Поэтому воду, они говорят, лучше не пить. Не лучше, а не пить вообще. Поэтому они надали вот такую канистру воды на 5-литровую. И если нам надо, мы покупаем в магазинах. Здесь магазинов нету, надо ехать минут 10-15 машины. Вот такой Beko холодильничек, морозильная камера. Что здесь делает эта штучка? Это здесь не надо. Это у нас здесь продукты мы скупили. Скупились. Когда приезжали, если закончится, поедем опять. Здесь яичко отличается. Видите, как отличаются эти яйца от магазина? А это яйцо домашней курицы. Это жена специально отложила, чтобы сыну потом поджарить. Ладно, идем дальше. Здесь у нас 4 ящичка мусорных. Это пластик сюда бросаем. Овощи, фрукты сюда, бумага. И то, что не знаете, не разбираетесь, тот мусорное ведро. Ой! Стиральная машина. Нет, это посудомойка. Стиральная машина у нас вот здесь. Вот она. Ладно, идем дальше. Видите, какие ступеньки под старину сделаны. Перила с дерева. О, спасибо. Мы поднимаемся наверх. И вот у нас такой потолок деревянный, с такими балками, с красивыми. Красиво сделанными коричневыми. Темно-коричневыми. И такой, такая стена с камня. Холодный камень. И обычная простая декоративная шпаклевка. Нанесли шпаклевку, я смотрю, и покрасили. Ну, интересно. Вот, поднимаемся на второй этаж. Вот. Такая лампа. Батарея. И сразу здесь ванная комната. Вот такой угловой душик небольшой. В принципе, достаточно. Напор воды достаточно такой мощный. Красиво мне нравится вот это сделано. Такой переход. Штукатурка и камень. Здесь умывальничек. Туалет, плиточка, еще одна батарея. Открыто все, аккуратненько. Я уже переодел шорты. В этих шортах сейчас пойду в бассейн. Так, идем дальше. Идем дальше. Это наша комната. Кондиционера, кстати, здесь нет. Тут тоже, видите, декоративная. Такая же самая шпаклевка, только другим цветом. Вот зеркальце небольшое нам поставили здесь. Две тумбочки. Кровать достаточно удобная. Стол. И шкаф такой. Видите, все, двери, шкафчик, все в одном тоне. Под старину красиво сделано. Лаком скрыто. Здесь кондиционеров, кстати, нету, но они не нужны. Я приехал, думал, ну все, будет жарко. А так как ночью холодно, отлично спать. Он здесь и не нужен, кондиционер. Вот комната нашего сына. По размерам, я смотрю, такая самая, как наша.
Здесь он спит. И вот лампы. Так, посмотрим, где у нас бассейн. Смотрите, какие цветочки здесь. А вот эти приспособления для трактора. А вот где дрова хранятся. Для... дрова для того, чтобы шашлычки делать. Так, что мы здесь имеем? Мы подходим до бассейна. А? Ты водичка, Нина. Так там все хорошо тебе, да? Вот такая травка. Кон Алекс. Ты. Вот такая здесь красота. Здесь можно отдыхать. Вокруг поля. А здесь вот. Я. Да, Алина. Нина здесь. Я спускаюсь, Нина. Неплохо придумано. Красиво. Так как две семьи разделили вот веревкой на две семьи. У нас арбуз и там даже на три. А, это для них, да? Можно в теннис играть. Надо бы попробовать. Ой. Вода холодная, нет? Сегодня жарко просто. Знаете, что не хватает? Море. Арбуз, вот написано здесь. Арбуз. Затем идет Греволь. Это фамилия. Для трех семей. Хозяева и две семьи. Хозяева и две семьи, правильно. Да. У нас такой мотоцикл здесь. Мы идем посмотреть домик, который хозяева сделали. Вон он. Видите? А мы живем вон там. Идем через поле. Пшеницу уже убрали. И остались такие вот колоски. Не колоски, а эти палки, которые торчат с земли. Босиком здесь не пройдешь. Хотя в детстве я ходил. Ну, что себе тут хорошо. Марс, ¿quieres subir? Sube aquí.
Aquí, aquí, Maxim, deja pilota, Xavi, otra vez. Xavi, vas a hacer otra vez, ¿vale? Esta vez solo un paso. Otra vez, esta no, no vamos a contar. Solo un paso. No le máximo muy perito. ¿A ver? ¡Gol!